Мы добрались до монастыря Джвари. Он находится на высоком холме, и идти сюда нужно было по очень крутой тропинке. Ваня сказал, что мы похожи на Фродо и Сэма из «Властелина колец», которые несут кольцо в Мордор, когда мы шли по этой узкой тропе в гору. О слиянии вот этих двух рек писал в своем произведении Михаил Юрьевич в самых первых строчках. Также со стен монастыря очень хорошо видно древнюю столицу Грузии, город Мцхета, куда мы сейчас и направимся. Нормальная съемка тебе сделаю. Ну, ё-моё! Ну, простите, ну что, кто так снимает? Вот так поближе к ним подбираешь, фокус делаешь. В январе в Грузии, примерно как у нас осенью, повсюду листья и... В Мцхету мы пошли тоже нестандартным путем. Мы не взяли такси дорогущее, а нашли вот такую какую-то лесную тропу. Не знаю, приведет ли она нас туда, куда нам нужно. Мы всякий раз ищем что-то интересное в городе. Какую-то достопримечательность, вкусную еду, я не знаю, там какое-то развлечение. Но когда ты случайно выбираешься на природу, тишина, поют птички, такой хороший воздух, то в этот момент ты понимаешь, вот что ты должен был искать, вот что тебе нужно. Мы очень любим приключения, но приключения не обходятся без последствий. Мы нашли выход к городу Мцхета, который находится напротив монастыря, но тут очень сложная система безопасности. Сейчас попробуем пройти контроль. Река с темным цветом воды называется Кура, и это река, которая протекает через Тбилиси, а река с красивым лазурным цветом воды называется Арагви, и она берет свое начало в ледниках Кавказа. Thank you.
Как тебе погода в Грузии? Ну, в горах прохладно. Ты сейчас разговариваешь, и такое чувство, что ты молчишь. Я не знаю почему, но в Грузии хочется вот так разговаривать. Да, дорогой? Thank you.